В сегодняшнем обзоре будет новинка товара, вот такая Bluetooth гарнитура для автолюбителей, чтобы разговаривать во время движения по телефону. Тем самым руки будут свободны, вы можете разговаривать со своим оппонентом долгое время. Давайте же распакуем и посмотрим, что же внутри. В комплекте идет зарядка на microUSB. Здесь тоже на microUSB. Классическая гарнитура для одного уха. То есть здесь вот цепляться будет. И здесь мы вот снимаем резинку, вот он будет наушник. То есть вы можете разговаривать по телефону, подключившись по Bluetooth к этому устройству. Здесь кнопка ответа на звонок. Громкость регулируется вверх-вниз. А включается непосредственно на кнопку вызова и зажимает долгое время. Вот он загорелся, индикатор. Как только вы подключитесь, индикатор перестанет моргать. Постоянно он работать не будет. Эта моделька у нас подлиннее. Здесь гораздо качественнее будет микрофон, и ваш собеседник будет вас слышать гораздо лучше. Здесь также снимается резинка, и вот он, наушник. Заряжается через microUSB, вот он, стандартное гнездо, и включается снизу. Вот он загорелся светодиод, как только вы подключитесь, светодиод перестанет гореть, и эта кнопка отвечает на звонок. Сверху регулируете громкость, две кнопки. Ко всему этому также у нас пришли FM-модуляторы, три разные модели. Две из которых оснащены также гарнитурами, с помощью магнита подсоединяются и подзаряжаются от него же. Также помимо этой гарнитуры и зарядки ее вы можете заряжать телефон. Здесь идет разъем USB для музыки. Они вот такие три разных модели. Один просто FM-модулятор, вы можете слушать музыку через Bluetooth, подключать зарядку и через AUX слушать музыку, то есть ответ на звонок, переключение музыки. Вот такое вот универсальное устройство для автолюбителей. А вот эти две модели оснащены гарнитурами. Давайте посмотрим, что там внутри. Данная модель на гибкой ножке, металлическая, которая гнется, как вам будет удобно. Подключается прикуриватель, здесь будет зарядки для телефона, а на этой стороне у нас ответ на звонок, переключение громкости и треков, и это настройка волны. Вот такое вот незамысловатое устройство. И здесь у нас вот гарнитура, то есть она подключается на магните, вот 4 контакта здесь. Они с помощью магнита подключаются. Вот такая стильная гарнитура, которая также вы можете регулировать громкость, заряжается через microUSB. Микрофон достаточно качественный, резинка здесь снимается при необходимости, и получается наш голый динамик. Здесь идет цельная, но зато вы можете регулировать, то есть чтобы она вниз смотрела. Также идет на магните гарнитура. Все то же самое, в принципе, только другой немножко дизайн, и сам FM-модулятор идет, подключение у него другое, цельное, а не на гибкой ножке. Два USB для зарядки и для музыки. Выполнено специальными значками, чтобы нельзя было перепутать. Внизу переключение треков и громкости, а по центру кнопка для выставление на нужную частоту с вашим FM-приемником на пустой частоте, чтобы подключиться и синхронизироваться и воспроизводить музыку. У каждого FM-модулятора, как и гарнитуры, свои какие-то плюсы и минусы. Вам выбирать, решать, какой хотите вы. Поэтому приходите в наши магазины Радиосфера и выбирайте, примерите, слушайте.